Бегут вторые Сочи! Тепло, а не очень! Якутки, как в Париже? Только дома пониже! Да, знать! Пожиже! Скажите, а как в Сочи можно умело потратить деньги? А послушай, кто знает, тот потратит. А кто не знает? А кто не знает, тот отдыхает. А я знаю, знаю, это снег! Нет, тетя Ася приехала! А вы еще не видели? Выведу команду КВН в высшую лигу! Дешево в гарантии! Позвать Сашу, вот! Интересно, запишите! Ой, ребята! Так ведь это же Александр Васильевич! Я рисовал тебя палкой на снегу на краю земли! Потому что он придумал обрезание рубля. Да что вы все валюте? Давайте поиграем! Пошел. У кого больше мерками? Раз, два, три! Дима Паников! Тамара Кверкотельни! Можете снимать дольше. Колготки Golden Lady.
А что? Жену фантазировать нельзя? Нет, кровные фантазии, 20 тысяч. А не кровные? Это уже бюджет на 98-й год. Кстати, огорчите, я тут на днях насчитал. Нужно собрать все деньги, которые требуют актеры на своих самостоках, и сжечь на типа, где в два раза больше, чем раздобываемые ими угля. Ну как? Вы лучше скажите мне, почему нас провожает только одна девушка. А что такое? Одной тебе уже не хватает. Да нет, ребят, ну просто не может моя Машка меня в одиночку на четвертый этаж затаскивать. Слушай, мужик, елки-палки, что? Я бы тебя вот забыл. Ну, что же мы теперь слушаем? А вот интересно, какую музыку вы слушаете? Очень красивые люди. Ну, я, например, вчера Баха слушал. А что вы смеете? Это что? У Баха музыка плохая? Да нет, но я-то спросила. Про красивых людей музыку. Вот ответьте мне лучше на вопрос. Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Билл Цирковый, год 132-38. Ребята, я вам водички в дорогу принес. Сколько раз тебя просили, ну не покупай мне эту Пепси! Да ты что, там же проводится крутейшая мгновенная лотерея. Вот, сейчас вот откроем и обязательно чего-нибудь выиграем. Да, попробуй еще раз. А, понял, понял. Попробуй еще раз. Есть такая профессия. Вот, всем счастье.
господа, а вчера у вас было море. Я, сэр. А вы вчера в ночном клубе новым средством оттянулись. А кем? Монобол экстази. Изменим жизнь к лучшему. А где его взять? А ты спроси. Симы? У Симы, Симы, Симы. Хорошая идея. Лучший друг малышей. А что такое КВН? КВН от Александра Буслякова плюс урбанизация всей страны. А Таня Буланова посвятила свою песню кредитным женщинам, которые поют. Не кончается. Заканчивается вторая бутылка, а дочке уже побежала на третью.
Это не самое интересное, что есть на нашем телевидении. Здравствуйте, я поэт песни. Кто мне написал песню? Ванной, друг, на кафель. Правда, песню я еще не выучил, поэтому кафель я принес с собой. Дружечку наш карчик собрал и говорит на китру.
пили в темноте. Господа, господа, кто вчерашний тараканов в 1016 номере? Ну, положим, я, а что? Ну так вот! Мы выжили! Да! Лучше пожалеть, чтобы мы все так жили, чтоб почаще в гости друг другу ходили. Мы за них в ответе, мы их приучили, так сказал когда-то эти люди. Товарищ, мне бы поднять что-то в бок стынуло. Потом еще раз. Еще раз. Да вы что, убили меня, товарищ? До 1 мая. Торопитесь! После 1 мая слон начнет портиться. Мальчики, вы слышали? Ученые доказали, что женщина умнее мужчины. Умней, умней! Иди посуду мой. Ребята, я тут видел, как монахи в КВН играли. Ну и как? Так дорогие, на вопрос, если не то, они думали 30 секунд. Не помню, но в зале смеялись. А вообще-то, хорошего человека должно быть много. Да, да? А это-то у нас тогда что? Я сконцентрировался! Я знаю слово, в котором 4 буквы Е подряд. Давай. И вообще, люди, не бойтесь деноминации. Ой, боже мой, ну есть не слово мой. Здравствуй, ты вернулся, рубль дорогой. Дай нам ему, кулачок зажму. На море поболтай, как педаль ему. Господа депутаты, убедительно большинство.
прошу принять такие бюджет на 98-й год. А Рыженького своего нам на съедение дашь? Рыженького я не отдам. Да. Деноминацию рубля вы получите, а не дубальца. Ну да, вы хотели сказать динамо нации с рублем, да? Решило правительство погасить долги по зарплате. И шла она как-то зарплата, но в очередной раз мимо прошла. И при этом напевала такую песню. Куда уходят деньги, какие города? А если бы вы знали, то все пошли куда? Граждане бандиты! Ваше время истекло! Кончайте вы дорогу на туре! Все! Будем прощаться! Александр Васильевич, когда будете вместе с жюри у нас, в Оркуте? Будет я! Будете рано или поздно в Оркуте, все однозначно будете выпалить в Северном Ледовитом океане. Нет, вот при таком раскладе лучше мы вам.